Всем привет, с вами Прия. После успешно проведенного рейда в Бзду, эпохальную ради дропа двух прекрасных маунтов, первый ГМЖС, второй ледяной шквал. ГМЖС, увы, не упал, ледяной шквал полутали два человека. Это хорошо, это замечательно. Как говорится, после этого рейда пришло время вскрыть недельные сундучки. Пора бы. Пора проверить свою удачу. Может, упадет что-то интересное, хорошее. Быть может, это будет гетику на ДК. Быть может, это будет какое-то колечко на твинков. Ну, посмотрим сейчас. Откроем абсолютно все, что только возможно. И полутаем что-то, я надеюсь, реально классное и реально полезное. Поясок. Итак, поясок с пыткой разума. Ну, это в целом хорошо, что поясок порченый, потому что я не помню, чтобы у меня было большое количество поясов порченых. Оскверненных, вернее, да? Ну, теперь имеется вот такое вот с целью ротации карапта. Касательно ключиков, укрепленный взрывной вулканический. Ну, взрывной только будет немножко накалять модификатор, а так в целом неделька не особо-то и тяжелая, если задуматься. ПВП-сундучок даст, наверное, азеритку по классике. Ну, давай. Ух ты, это тринкет ради сейва, который берется. Ну, кстати, тринкет хороший, вроде бы, если там заниматься PvP, играть PvP, если часто, то да, тринкет, конечно, себя оправдает. Окей, я оставлю его, пускай он лежит, как говорится, есть, пить не просит. Вот, и когда начнет занимать место в сумках, когда уже буду некомфортно себя чувствовать, то уж тогда его можно будет просто-напросто продать вендору. Потому что, например, утилизировать, если его, то получу просто-напросто 1 дистиллион. Нужен он мне? Нет. Идем дальше. Дальше хочу зайти на Монка. Ну, касательно лута монаха, я бы даже не отказался, наверное, от пушечки. Конечно же, если она будет хорошенькая. Но по итогу это всего лишь талисман Мидаса. Это вообще играбельный тринкет? По-моему, нет. Ну, я оставлю его, потому что все-таки тринкеты такого этом левела не дропаются на текущий момент времени. То есть максимальный, который можно тринкет получать с мифик плюсов, это 465. Ну, тут 475. К тому же, у него есть бонус скорости передвижения. Это же просто вау. Если вы вдумаетесь, если надо будет сделать сет какой-нибудь на монаха с целью увеличения скорости передвижения, то я вот, хоп, надеваю тринкет. И будет плюс скорость передвижения. Замечательно, не правда ли? Конечно. 108 скорости передвижения. Это целых там 3% вроде или 2. Это очень большое число. Конечно же. Сундучок на воина даст мне поясок. А в итоге это запястья, которые повышают мастера. Хорошие ли это запястья? Ну, такие себе. Хм, они у меня уже есть в сумке. А где они? А, вот они, да? То есть тут, получается, они упали мне с самого ключа. С порчей, да, на тот момент времени. Тут тоже с порчей, но уже с сундука. На 10 там левелов выше. Наверное, я просто эти продам. 75-е оставлю до предовремени. Да, конечно, проценты самоисцеления это интересно, но нет. Не в этом патче. Просто нет желания оставлять ту вещицу малого item левела. Вот и все. Сундучки открыты. Рейд на сегодня пройден. Тот, который бзда. Завтра тоже будет рейдик. Как говорится, и постоянно идут эти рейдики. Чекайте анонсы, подсоединяйтесь в сообщество. Ну и не забывайте о правильном заполнении информации о себе. О заметочке, о всяких таких прочих интересных вещах. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылках в описании. До скорого!